Доброе утро, говорим вам мы, Татьяна Матусевич и фитнес-инструктор Максим Ивончик. И начинаем нашу утреннюю разминку. Максим, какое первое упражнение выполним? Всем доброе утро. Сегодня мы проведем комплекс на тренировочку и разминку плечевого сустава, плечевого пояса. Ничего сложного, для этого нам потребуется всего лишь резиночка. Или даже можно гантельки. Легкие, небольшие веса здесь нам абсолютно не нужны. Берем резиночку в руку и второй конец зажимаем ножкой. Есть. Если зажали правой ножкой, значит берем правую ручку. Поднимаем локоть на уровень плеча и делаем просто подъем кисти. Открытие такое. Да. Открытие, закрытие. Делаем выдох на открытии, на опускании выдох. Делаем так 12-15 повторений на каждую ручку. Буквально 3-4 подходика. Нам этого вполне хватит, чтобы размять плечико. Если плечо у нас идет вперед, это будет являться ошибкой, я так понимаю. Да, поэтому мы стараемся все зафиксировать, дабы оно не двигалось. Так это будет именно манжета плеча будет разминаться и прогреваться, наполняться кровью, чтобы мы в дальнейшем не травмировали свои плечи. Второе упражнение также на проработку плечевого сустава, а именно манжеты. Так как очень часто травмируется, люди очень часто жалуются. Берем резиночку. Взяли. Если зажимаем ее правой ногой, то берем резиночку в левую руку. Прижимаем локоть к себе и просто делаем отведение против ноги. Так, а кисть у нас вверх. Кисть смотрит вверх, да. И делаем вот, да. Стоим ровненько, спокойно, дышим как удобно будет. Тут нет особого техники по дыханию. Просто разминаем плечевую манжету, заполняем ее кровью. Отлично. Также делаем по 12-15 повторений, по 4 подходика на каждую руку. И сильно за спину не заводим. Не заводим. Под буквально на максимум нашей руки. Переутруждаться абсолютно не надо. Понятно. Работаем. Третье упражнение. Оно также будет простое. Главное правило, опять же, не переутруждаться с весами. И это упражнение уже прямо на проработку плеча, его небольшую подкачку. Будет очень забавно, будет плечо очень сильно подгорать, поэтому будет интересно. Очень интересно, когда плечо подгорает. Ну, давайте. Так, наше движение. Берем гантельки в руки, становимся ровненько. Ноги у нас расслаблены, никогда их не напрягаем. Лопаточки собрали. Мягкие коленки. Да, делаем движение вперед. Не надо выпрямлять полностью руку. Слегка подсогнута рука. Вперед и в бок. Спокойно выдых, делаем. Выдох, когда вниз опускаем. Да. Спокойно делаем по 16 раз. То есть раз. А я думала, до того момента делаем, когда подгорать начинает. Нет. И таких 4 подходика буквально. И все, вы сами все почувствуете. Хорошо, работаем. И в бок. Да. Отлично. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! До встречи в следующих выпусках!